Отечественные сериалы становятся популярными среди зрителей зарубежных стран. А дальнейшее развитие киноиндустрии планируют обсудить завтра на ежегодной казахстанской медианеделе. Крупнейшее событие для СМИ на территории Центральной Азии рассчитано на 3 дня. Это площадка, которая традиционно придает импульс продвижению региональной коммуникации, партнерским отношениям и международному сотрудничеству. Проблемные вопросы и новые знания, конструктивные переговоры и уникальные идеи в медиасфере. Это все Астана Медиа Уик 2019. В прошлом сентябре форум собрал больше 2000 представителей теле- и радиоканалов, продакшн-студий из Казахстана, Турции, Беларуси и Узбекистана. Свои телевизионные продукты представили 18 республиканских и региональных телеканалов страны. В этом году ожидается участие еще большего количества гостей. Первый день Астана Медиа Уик в этом году обозначен темой развития сериальной и кинопродукции и связанных с ней вопросов по налоговым преференциям, по контентному содержанию, уровень креативности кинопродукта и его привлекательность. Кресло международных спикеров займут генеральный директор кинокомпании Star Media Елена Белоусова, известный китайский кинопродюсер У Цзянь, польский режиссер Дариуш Яблонский, руководитель департамента международной дистрибуции из Индии Дипли Чаула. Неформальные конференции и другие современные форматы встреч будут интересны всем, кто так или иначе связан с масс-медиа. На коммуникационной площадке директор фонда поддержки СМИ Махабат Есен предлагает обсудить теорию поколений. В то же время в контент-маркете свою продукцию представят более 20 продакшн-студий и дистрибьюторов. Международные гости поделятся мнениями и опытом работы. Среди них представитель крупнейшего турецкого информационного агентства «Ихлас Хабар». Озгур Юрул проведет мастер-класс по созданию новостей в горячих точках. Заключительный день медиа-недели будет посвящен трендам медиа-контента, интерактивному сторителлингу, эволюции видеоконтента, его адаптации, монетизации. Поговорят о том, как новые модели потребления медиа меняют содержание продукта, о мониторинге и аналитике цифровых медиа, казахскоязычном ютубе. Ждут на медианеделе и представители рекламной отрасли. Для них состоятся мастер-классы и круглые столы. Кроме того, сразу 2 телеканала «Казахстан» и «Хабар» презентуют свои новые телевизионные сезоны. Елена Устимович, Умербек Изимов, «Хабар-24».